Алло. Алло, слушаю. Я насчет автомобиля. Это у Ольги. Я уже она позвонила, мне созвонился я. Да? Да, решили. Там вопрос со страховкой. Завтра будут решать в этот в офисе. Ну да, там этот страховка уже 2 месяца как просрочена. А перегонять это все-таки там посты попадаются, не дай бог потом. Ну, так нормально все пока. Этот такой вопрос. Я могу к вам обратиться с просьбой вот насчет страховки, но не официально там липовую сделать. В Москве это стоит 1500. Вот. В Мурманске есть такое, нет? Или просто телефон какой-нибудь, чей, ну, кто вот занимается такими. Ну хорошо, там решил вместе. Благодарю за звонок. До свидания.
Слышь, сладенький, все Ha ha.